Здоров, бандит. Сегодня у нас на осмотре игра Lyrant of Lee 3. Если бы стаж в этой игре засчитывался мне в трудовую книжку, то оно было бы оправдано, а так. Первый час развития идет быстро, а вот дальше прокачка любых элементов начинает отнимать очень много времени. За один забег тебе дают 1005, а на развитие любого куска просят минимум 3. Кусков таких развить нужно около 50 и с нарастающей ценой, не говоря уже о поздней части прохождения, где все еще хлеще. Один полет отнимает добрых 2 минуты времени. В целом, если ты пингвин, то играй. А так рекомендую Hungry Shark World, там хоть более активный процесс. Ссылка на игру в описании, всем пока, скоро вернусь. Смайл.